Ну, приступаем мы к ручкам. Сейчас будем вязать ручку. Одну я уже связала. Вот мы с вами свяжем одну, и вторую вы свяжете уже самостоятельно. И в этом видео мы еще с вами свяжем хвостик. Так, ну смотрите, наше любимое кольцо амигуруми. Вот. Это петля. Закрепились. И делаем 6 столбиков. Как всегда, без накида. Раз. Два. Три. 4, 5, 6. Вот у нас что получилось, смотрите. И затягиваем. Сразу укладывайте ровненько, так, чтобы это было ровненько. Вот. Делаем соединительную петлю. Вот, круг у нас замкнулся. Так, теперь сделаем 6 прибавок. У нас получится 12 столбиков. Смотрите, я вам хочу показать внимательно. Вот не туда, куда мы соединились, вот куда соединительную петлю сделали, а в следующую начинаем вязать, вот в следующую, и по 2 столбика в каждую петлю. Раз, два, три, 4, 5, сюда же 6, 7, 8, 9, сюда же 10 и в последнюю 11, 12. Вот мы сделали наши 6 прибавок. Вот этот хвостик хорошо затягиваем, чтобы здесь не было никакой дырочки, ничего. И все. Теперь мы вяжем 15 рядов, 15 рядов без убавок, без прибавок, без ничего, до верха. Считать мы будем вот так. Раз, два, вот смотрите, я вам покажу. Вот видите, здесь видно вот этот первый. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Должно получиться рядов. Потом мы сложим вот это все и провяжем. Вот. И еще мы вот сюда чуть-чуть положим наполнителя, потому что чтобы ручка не была такой со временем плоской, чтобы здесь держала форму. Так, давайте начнем наши 15 рядов. Прям вот по кругу. Я еще хочу вам показать, как получается. Вот сейчас она поднимется, края, вы увидите. Вы увидите, как они поднимаются. И получается, что они так на палец, потому что я не складываю пополам. Некоторые складывают пополам, мне неудобно. Вот когда она одевается на палец, видите, вот так оно закручивается, вот так вот на пальчик одевается и крутится вокруг пальца. Так ручки получатся одинаковые, ровненькие. Потому что когда мы складываем, мы одну петлю можем посильнее затянуть, одну послабже затянуть. А это мы вот так вокруг пальца крутим. Сейчас увидите, как это получится. Интересно. Давайте я немножко провяжу сама. Вы тоже самостоятельно. Через несколько рядов мы встретимся с вами. Вот смотрите, я провязала несколько рядов, чтобы нам вот эта ниточка не мешалась. Давайте ее заправим туда вовнутрь. Вот. Теперь нам ничего не мешает. Вот так одеваем, как наперсток. На пальчик одеваем, ниточку держим. И вот так поехали. Прям вот так по кругу. Видно? Вот так, видите, он на пальчике лежит, и у нас две детальки получатся совершенно одинаковыми. Вот так, и продолжаем все наши 18 рядов. Встретимся с вами в конце 18 ряда. Так, смотрите, вот у меня связались 18 рядов. Вот такие две по высоте, они одинаковые. Вот я дополняю сюда сейчас. Кусочки должны быть одинаковые. Вы когда будете отрывать на первую, сразу на две ручки лапки отрываете. Вот. И сейчас мы с вами их свяжем. Смотрите, складываете вот так пополам. Вот так. В это давайте вот так проденем, вот так вытащим. Вот. Сделали воздушную петельку. И вот так одну с той стороны, одну с той прям захватываете, одну отсюда, одну с этой стороны. Вот так. Сейчас я резкость еще попробую. Вот так. Вот видно, да? И обычными столбиками их вот так соединим. Одну отсюда, одну с той стороны. Вот, одну с этой, одну с той стороны. И вот последнюю соединительную и длинненький кусочек мы с вами отрежем. На всякий случай я всегда оставляю длинные кусочки. Отрезать всегда недолго. Вот, смотрите, у нас получились вот таких две лапки. Вот. Вот. Видите? Одинаковые такие лапки к нашему тельцу. Вот так. Вот видите, как будет. Вот уже тельце, уже что-то нарисовывается. Теперь давайте свяжем с вами хвостик. Хвостик. Хвостик по такой же аналогии у нас будет, как лапки, ручки. Немножко в конце будет по-другому. У нас же любимое кольцо амигуруми делаем. Угу. Так, 6 столбиков. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. Ой. Так, ну что-то у меня с камерой непонятно творится. Сейчас, в общем, продолжаем, да, мы? Вот мы затянули. Теперь делаем соединительную петлю. И продолжаем также прибавки. Прибавки в каждые 6 прибавочек. У нас получится 12 петель. 6 считаем, да? 7, 8, 9, сюда же 10, последняя 11 и 12. Вот, теперь дальше смотрите, что мы сделаем. Мы 3-й и 4-й ряд, то есть 2 ряда, мы провяжем без прибавок, без убавок, без изменений 12 столбиков. А в 5-м ряду мы сделаем убавки. И у нас как бы такой небольшой получится, вот такой вот, как шарик, не шарик, ну, в общем, такой помпончик. Вот у нас такой хвостик. Давайте 2 ряда провяжем самостоятельно. Я вот так переложу, чтобы не запутаться и не считать. И встретимся в конце, когда провяжем 2 ряда. Так, смотрите, вот что у меня получилось. Вот. Вот это будет у нас хвостик. Теперь мы сделаем 6 убавок. 6 убавок. И когда будем пришивать, туда тоже положим синтепончик, чтобы он держал форму. Давайте делаем 6 убавок. Считаем половинка, половинка. Провязываем половинку. Раз. Два. Три. Четыре. Тут уже придется сложить, потому что тяжело держать. Это 5 и последнюю. И это 6. Такой хвостик у нас получился. Теперь сделаем вот так соединительную, чтобы у нас не торчало. Вот, и также отрежем на всякий случай длинные. Вдруг мы будем этой ниткой пришивать. Вытаскиваем ее. Вытаскиваем. Вот засада. Угу. Вот это вытаскиваем и заправляем ее туда вовнутрь. В принципе, ее можно, чтобы не мучиться, обрезать, так легче будет. И немножко давайте туда набьем, немножко попробуем туда набить, потому что дырочка такая маленькая. Мы сейчас попробуем, у нас все, конечно же, получится. Вот видите, если долго мучиться, что-нибудь да получится. Почему я предлагаю так сделать? Потому что наш зайка, мы же его не на один день вяжем. И мы хотим, чтобы он надолго оставался в хорошей форме. Поэтому хвостик такой, видите, он будет лежать там все время на нем. И он будет такой приплюснутый. Получится не хвостик, а, ну, в общем, вот, не знаю что. А так у нас он уже, когда мы синтепон, если туда положили, у нас он будет держать форму. Вот, в принципе... Хвостик у нас тоже готов. Смотрите, что у нас готово. У нас готовы лапки. Так, это мусор. Так, у нас готовы лапки, хвостик, туловище и голова. И, в принципе, мы все связали, дорогие девочки. Вот что я с чем хочу вас поздравить, что мы на этапе зайца все связали. А теперь мы приступим к этапу сборки и оформлению. Оформлению потом будем вязать уже аксессуарчики такие. Да, ну давайте сейчас мы все подготовим. Давайте подготовим глазки, клей, инструменты, иголки, нитки. На всякий случай нитки обычные вот такие, но надо подобрать в тон. У меня в тон немного не подходит, поэтому я подберу в тон, вы тоже, в тон своей пряжи. Каким цветом вы вяжете, подбирайте. А заодно найдите вот такую дополнительную какую-нибудь пряжу. Я взяла вот, ну, у меня были остаточки бомбина. Это комтексовская бомбина. Здесь... Вот, получается 150 метров. Здесь шерсть акрил, но это вообще не важно. Я почему взяла? Мне, во-первых, цвет понравился, он такой мятный. И у нее немножко вот есть пушинка. Все-таки нам нужно такую, если это шапочка, немножко, чтобы с пушинкой была. Хотите мохер, берите. В общем, любую берите. И, естественно, соответствующий под нее крючок. Давайте все готовьте, и мы будем приступать к сборке. Так, ну смотрите, вот этап сборки, смотрите, что я приготовила. Я взяла обычный черный носик, который я до этого вам показывала, и покрасила его, вот смотрите, лаком, обычным лаком для ногтей. Ну, я, естественно, это сделала заранее. Он такой блестит, может быть, экран так не показывает. Вот, он такой розовенький, и мне кажется, розовенький будет лучше смотреться. Это все-таки зайка-зайка у нас, вот. Значит, все наши части я приготовила, то, что мы связали. Это крючок 3,5 я взяла. Это я буду вязать шапочку. Значит, пока откладываю. Клей. Будем приклеивать глазки и носик. Ножницы, естественно. Ну, на всякий случай крючок, понятное дело. И иголочки. Иголочки, смотрите, я взяла одну тонкую, это для тонких ниточек. И толстую для вот этих вот ниток с большим ушком. Вот, это все приготовили мы. Вот, и начнем мы к сборке. Для начала вот это я отрезаю. Я отрезаю вот это, потому что это мне не нужно. Эта часть вот так откусываю прям. Видите, все показываю специально подробно. Ни в коем случае, если вам это неудобно, вы так не делаете. Если у вас есть другой носик, сделайте другой. Я буду вот так приклеивать вот этот вот носик. Вот. И глазки. С глазками я поступаю точно так же. Это обычная пуговица. Вот вы видите. Я это тоже отрезаю. Все. И точно так же буду приклеивать. Вот. Еще я вам забыла сказать, нужно черные ниточки, любые, небольшие. Я взяла такие толстенькие, у меня были, как всегда. Это для ресничек. Нет, скорее это, наверное, для бровок. Реснички мы вышьем обычными, тонкими. И вот я нашла прям в цвет ниточки у себя. Ну вот, сейчас мы приступим. Давайте сначала мы, знаете, что сделаем? Мы пришьем голову. Так, уберем сейчас все ненужное в сторонку. Так, тут голова у нас пришивается вот так. Тут нужно соблюсти обязательно центр, потому что у нас вывязаны уже ушки. Если бы у нас был бы просто кругляшок, тогда было бы ничего бы страшного. Вот, я начну с зада, вот отсюда. Это будет у меня зад. Значит, эту нитку я обрежу. Обрежу. И спрячу ее туда вовнутрь. Голову немножко я добью все-таки. Вот. И когда мы будем пришивать, мы точно так же можем по мере пришивания еще немного добить. Потому что у нас будет видно, где пустота, как оно лежит. Вот. Вот сюда мы можем немножечко еще набить. Так. Где моя иголка? Вот. Пробуем. Залезла. Так, замечательно. Так, давайте. Вот так, видите, вот чтобы у нас было строго по центру. И вот в каждую петля в петлю. Потому что, если помните, у нас было там 12, тут 12. Так что все у нас должно сойтись ровненько. Не торопитесь, пожалуйста. Смотрите, чтобы все было ровно. И пришиваем петля в петлю. Давайте встретимся с вами в конце. Вот, немножко прошила здесь. Смотрите, не забывайте, что вы можете вот здесь набить. Доложите сюда вот так вот синтепунчика. Или какой у вас наполнитель, я не знаю, будет. Подкладывайте, не стесняйтесь. Потом это все выровняется у нас. Вот так. Вот. И продолжаем. Также дальше петля в петлю пришивать. Смотрите, что у меня получилось. Вот так. Вот так мы кладем. Смотрим, что у нас все ровненько пришилось, да? Вот так. Это мы потом придадим форму. Вот, главное, что у нас все ровно пришилось. Видите, аккуратненько все получилось. Вот. И нам нужно закрепить ниточку сейчас. Хотите, еще раз пройдите, прошейте. Если вы видите, что у вас как-то там, ну, неровненько, вот так вот, ну, поверните как-то. Вот. И пройдитесь еще раз. Ничего страшного в этом не будет. Закрепиться, тем более у нас здесь будет все равно шарфик. Но все равно по максимуму должно быть все аккуратно. Потом вы, смотрите, выводите ниточку сюда. Вот несколько стежков вот так вот, ну, туда-сюда делаете. Как бы, как будто вы запутать хотите. Вот, ну, сильно тоже не затягивайте. Вот, и обрежьте нитку, и она у вас там спрячется. Все. Так, голову мы пришили, смотрите. Теперь будем пришивать мы лапки. лапки. Смотрите, чтобы вот этой вот дорожечкой, вот этой вот косичкой, оно у нас, ну, одинаково было, чтобы наружу. Вот так, на таком расстоянии, вот, мы крепим, смотрим, чтобы у нас все было вот так вот ровненько. Вот, вот так, две лапки. И прям так же иголкой мы их прошиваем. Сейчас я сделаю иголочку и покажу вам. Так, смотрите, вот так вот мы прикладываем, вот смотрим по ножке, чтобы у нас вот так вот ровненько все было. Вот наша ниточка. И давайте вот так сверху. Мне, конечно, на камеру немножко неудобно. Вам будет это удобнее сделать. Также мы захватываем, вот видите, каждую петлю, которую мы сделали потом. Вот сюда, если вам видно. Так, опять в петлю. Поэтому я, конечно, люблю пришивать обычными нитками. Эти толстые нитки застревают. Собака моя гоняется за мухами. Уже тепло, солнышко, мухи проснулись. Вот, ну, вы знаете, в принципе, достаточно. Я не думаю, что это такая какая-то большая игрушка, что там кто-то ей оторвет. Единственное, что нам нужно закрепить ниточку, чтобы она у нас не болталась. Знаете, я не люблю делать узлы, честно говоря. Я лучше вот так несколько раз пройдусь, и она никуда у нас не денется, эта нитка. Не люблю я, когда торчат узлы. Потом, смотрите, вот так же мы ее куда-нибудь вот здесь выводим. Вот, все, она у нас спряталась. Мы отрезаем. Все у нас культурно и красиво, видите? Вот, аналогично точно так же мы делаем вторую лапку. Вот так прикладываем на этом же уровне, вот на этом же ряду. Точно так же вот здесь выравниваем. Вот тут по этой ножке. И также пришиваете. Давайте, сами пришьете. Я думаю, самостоятельно. Так, смотрите. Видите, как это выглядит? Пока это вот такое непонятное существо. Вот. Ну, сейчас мы приделаем глазки, носик и хвостик. Тогда у нас будет все понятно. Хвостик мы делаем аналогично. То есть примеряем вот так вот его, да, смотрите, вот так, и точно так же вот здесь пришиваем. О, хвостик несложно, я думаю, вы пришьете сами точно так же. Главное, чтобы он не туда, не туда, там не горб, вот здесь хвостик получился. Давайте, девчонки, самостоятельно пришиваем хвостик. Ну вот, смотрите, пришила я хвостик, это он пока торчит, потом он у нас ляжет как нужно, с другой стороны пусть торчит. И мы его примнем. Вот такой вот маленький хороший хвостик. Вот, теперь мы приступаем к нашей мордочке. Мордочка, смотрите, вот мы примеряем вот так. Носик мы приклеим. И глазки будут. Вот так. Хотите, вот как вам нравится, девчонки, вот как вы считаете нужным. Так и приклеиваете, пришиваете, как вот вам, в общем, все это нравится дело. Вот так вот. Вот. Только не забывайте, что у нас еще будет шапочка. Слишком высоко глазки тоже не пришивайте, не приклеивайте. Вот так вот, да. Сделайте два глазка, посмотрите, потому что у нас еще будут бровки. Можно сделать реснички еще, вот как здесь, вот видите, потому что если слишком высоко мы сделаем, тогда шапка как бы на чем будет держаться? Не на чем будет держаться шапки. Поэтому как бы вот так. Ну, все, соблюдайте пропорции. Да? Хорошо? Вот посмотрите на свою зайку. Лучше, как говорится, 10 раз примерь, один раз приклей. Хоть клей и прозрачный, но все равно неприятно, когда его видно. И когда вот он... Вот видите, что я делаю? Это я так глазки готовлю. Они максимально мне нужно, чтобы они были ровненькие. Вот. Сейчас я вторую глазку подготовлю. Вот. не люблю пришивать глазки, поэтому пользуюсь такими всякими приспособлениями. Ну вот, вот так глазки, вот так носик. Вот, я думаю, получается мимишно, потому что здесь еще у нас будут бровки. Так что давайте приклеиваем. Так, ну смотрите, я вот наметила, что у меня отсюда будет носик. Вот я намазала, видите, его клеем. Сейчас буду приклеивать. Клей чем хорош, вот его намазал, и можно как бы не торопясь вот так его примастерить. Так. Вот, теперь надо надавить и подождать. И подождем. Иголку можно вытащить. Подождем, потому что все будет зависеть от нашего носа, как нос. Там же будут и глаза потом от этого плясать будут. Сейчас подождем. Ну, я решила, что я буду приклеивать, наверное, вот так. Я еще не приклеила, просто примериваю. Носик-то у меня уже приклеился. А это, наверное, вот так, потому что вот здесь еще будут бровки. Вот так вот. И вот, и, наверное, так. Вот. Ориентир, смотрите, я составляю это так, чтобы это было так повыше. И вот по носику, вот так вот, край глаза и край носика вот так, ну, приблизительно совпадали. Я решила сделать так. Вы смотрите сами, пожалуйста. Давайте клеим. Ну вот, смотрите, я вроде приклеила. Вот сейчас я держу. Надо несколько секундочек прям подождать. Оно прихватывается хорошо. Вот что получилось. Такие лупики. У него носик такой розовенький, красивый получился. И вот. Потом знаете, что можно? Сейчас все приклеится хорошо. Подождем несколько минуточек, пусть приклеивается. Я вот на этом пока покажу. Смотрите, можно его, видите, также немножечко разрисовать. Видите, у него нарисовать ему румянки. Здесь вот тени, брови так немножко обозначить. Вот мордочку вот здесь вот. И он прям вот такой веселенький, веселенький получится. Вот. Я, например, вот пузико тоже ему немножко так зарумянила здесь. И вот приделала стразенькую пупочку. Вы сами смотрите, как хотите, как вам нравится сделать. Вот. Ну вот, все приклеилось у нас, все замечательно, все держится. Вот, а теперь давайте сделаем мы бровки с вами. Знаете, для бровок все-таки я взяла обычные нитки, но сделаю их вот так в 4 и прошью несколько раз. Ниточку потоньше, которая для обычных иголочек, давайте отрежем, вот, ну, чтобы на двое бровок хватило, и в 4, чтобы у нас она была, получилось в 4 нитки. Так, смотрите, приготовились. Мы вот сделали узелок в 4 нитки. Теперь смотрите, вот где-нибудь под носиком мы заходим и выходим, вот где мы наметили бровку. Пусть она вот будет вот здесь. Такие вот у него небольшие бровки. Почему под носиком? Потому что вот все у нас туда ушло, там зацепилось. И вот давайте примерим. Вот такая бровка пусть будет. Здесь же будет вот так. Вторая. Вот у меня всегда вот это вот моя проблема. Сделать одинаковые бровки. Но не всегда получается. Вот так. Давайте несколько раз мы вот так пройдемся, чтобы они были, ну, конечно, не как у Брежнева, но чтобы они были. Вот так. Вот, наверное, вот так будет достаточно еще раз. И выныриваю я уже вот на следующей бровке. Наверное, вот здесь. Вот здесь, видите? Вот. Сейчас поправлю ниточку. Вот. Укладывайте красиво бровку, чтобы было ровненько. Вот так вот потяните ее. Все у вас ровненько. Замечательно. И вот, и, наверное, вот так. Вторая вот так будет бровка у меня. Сейчас посмотрим. Да, вот симметрия как-то мне не очень дается. Ну, вот я думаю, что так будет самое оно. Хотя, может быть, на камеру смотрится и по-другому. Вот. Вот так. И последний раз мы делаем. И точно так же около носика мы сейчас выведем этот хвост. Вот так, под носом. Там. Потому что там будет нам не видно ничего. Вот так. Также укладываем, смотрите, чтобы все ниточки были ровненькие. Никакая не выбивалась ниточка у нас. Вот, видите, сейчас подтянем. Вот, вот так. Вот. Вроде ровно. И мы отрезаем. Вот. Видите, если там что-то видно, так сделайте, и уже ничего не видно. Вот так просто потянуть, и все. И у вас ничего не видно. Вот так у нас получилось. Видите? Реснички, наверное, не будем делать. Тут их, в принципе, некуда и делать. Будет у нас вот такой зайка без ресничек. Вот. Зато мы его покрасим. Вот. И будет красиво. Ну, я вот думаю, если втянуть, глаза некрасиво. Все, оставим так. Такая милота. Вот. И мы, если хотите, кто-то вышите вот здесь ротик зайчику, кто считает нужным, красной ниточкой там или розовой ниточкой, как вам нравится. Но я не хочу, я не буду это делать, как бы перенасыщать это все вот этими вот мелочами. Чем проще, тем лучше. Вот, я так лично считаю. Так, теперь вот со сборкой мы закончили. Теперь переходим к этапу аксессуаров.